11 января в нашей стране отмечается День заповедников и национальных парков. Сегодня в России насчитывается более 100 заповедных территорий и более 50 национальных парков. Только на территории нашего родного Ставрополя расположено около 40 заказников и 70 памятников природы, 4 из которых имеют федеральное значение. А вот самым большим по площади в Ставропольском крае является зоологический заказник Александровский в 500 метрах от села Александровского площадью около 25 тысяч гектар, протянувшийся от села Круглолесского до села Северного, включая леса Калаусского лесхоза и озеро Соленое. Особенность этого заказника заключается в том, что он создан для охраны лесной и степной охотничьей фауны, а также для гнездовья и мест отдыха птиц во время перелета. На территории заказника обитают редкие животные, птицы, насекомые, радуют глаз многочисленные растения, занесенные в Красную книгу Ставропольского края. По склонам и в балках растут ясеневые леса, полевые клены, грецкие орехи, сосны. В подлеске можно встретить кизил, бересклет, калину. А какой богатый ботанический памятник природы находится на территории заказника к юго-западу от села Александровского возле хутора Дубовый? Большой реликтовый лесной массив, известный всем лес Дубовый, с многовековыми дубами возрастом от 250 до 300 лет. Также в заповедной зоне можно встретить удивительную группу пещер, каменные сараи. Не все знают, что самая крупная из этих пещер называется Партизанская, протяженностью 45 метров, шириной 16 метров и высотой до 3 метров. В Александровском районе много и других интересных памятников природы. Гора Голубиная, гора Лягушинка, каменные столбы, Киселевский или каменный курган. Каждый может прогуляться по просторам заповедника, не нарушая размеренную жизнь ее обитателей. Нужно отметить, что Ставрополье знаменито множеством удивительных мест, где природа приготовила для нас уникальные достопримечательности, в надежде, что мы с вами сбережем их для будущих поколений. Заповедная природа, заповедный дивный край, эти чистые озера, лес и реки и луга под защитой государства, заповедные берега. Здесь животные и птицы по полям без страха бродят. Сохраним эти крупицы, сохраним нашу природу.